столбы, электричество, освещение. Здесь хотели мы вам показать такое интересное местечко. Затопленное место. Какие-то там живут. Вот почему здесь. Вот что это такое? Зачем вот это вообще такое сооружение можно себе представить? Вот этот ходок узкий в бетонном основании, ну просто не укладывается ни в какую здравую, разумную конструкцию. Такие очень толстые бетонные стены могут быть только для сооружения бомбоубежища.